Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать все для того, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения, больницы и поликлиники. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами!